Всем привет, с вами Помидор, и сегодня... кто за нас и против? Ой, мба анимация, кстати. Выходи, выходи. Против нас играет колда. Ну, и за нас. За нас Сильвер 4 и Сильвер... Давай, хаешку второго. Нет. Это не мид, все, мы поняли. А, один мид, один бонг. Смотри, прочисто. Думаю, что я его не вижу. Хорошо, конечно, думают. Но плохо. У него будут ходы. Да-да-да. Ну, тиммейт. Ладно. Забей 26 хп. Я не знаю, сколько он дамажил. Будем контрить плент. Минус 31. Ладно. Первый раунд, конечно, очень важный. Но мы лохи, в общем. Ну, не я... Дигл взял. Давай, я тоже эко. Флэш. Хае. Хае ломок. Флэш. И молик. Я понял. Дробовик. Да как? Во-первых, в него ни разу не попал. Это первый. Во-вторых, как он ну, это спас, понятно. Первый вопрос отпадает. Он справа. А нет. На карте просто это нет. Ну, слушайте, мы пока тащим. Хотя, ладно, ничего страшного. Бывает. Мы, конечно, проиграем. Опа. Будет приколдес, если нет. Пустился? Ты видел? 8 патронов, давай. Ну, какой прев. Хэд в голову, давай. И хэдкраб тоже самое. Нет! Ой, все. Чел, хорош. Давайте. Я беру 5-16. Надеюсь, вот сейчас я не солью. Я сделаю раскидный мид. Надеюсь, не солью. Если что, думаю. Он умный. Давай. Есть один. Я понял, где он. Спасибо. Все, давай. О, еще так, одной пулькой. Вон топиком. Ну, карбу. Все, ребята, это тащерская катка. Тащеры, короче. Ну, он тоже. У них там кэт играет. 1-5. Кину вот так. Флэш. Хае. Ушел кэт. Второй либо обход, хотя... Все. А, там чел вообще ливнул. Заберите. Своего тима. А, там вообще до конца ливнул. Ну, с одним играть неинтересно, поэтому мы пойдем во вторую катку. В союзниках. В общем, они оба ливнули и смотрим, что за плюс. Кстати, я повысил до Сильвера 4-го, это прекрасно. Я... Смотри. Ой, как много пульс сидит. Давай. Туда их. Калаш. А, это спас, ну ладно. Не, я буду играть с МП-7 все-таки. Если он скинет ФАМАС, то да, я возьму ФАМАС. ФАМАС монстр. Мутана я его возьму. Крутой человек. Просто донатор и все. Так он попал в название. Человека просто скину, я так. Скилл на голову первую. Как у меня, типа. Не, у меня скилл на говно какое-то первое. На бронзу первую. А, во, пошло. И враг, давай. Минус 43, дай. И... Ну да, рак я, и чё? И что с этого? Есть такое чуть-чуть. Из пикстом каунт за 800 голды у меня. Также что стоит у меня. Тулбик. Опа, спалили местечко. Да я Леональ Месси. Почему с это там, не знаю.
Вернее, я рак. А, нет, все-таки. Все-таки. А за что я ему сделал? Что я раком стал? 50. Еще просто эко сделал, и сейчас вообще крутой. Потому что деньги потратить на все вообще. А блин! Немногие так называют, половина просто стендов это, о, понятно. Слишком много токсиков, это очень плохо. Я когда называю челика токсиком, он просто выходит. Поэтому я молчу. С этого момента. А да отстала я, бранище. Сам 40 свои играет. 40 монстр? А, 10 тысяч голды в кармане, забей. Я могу сейчас посмеяться и написать, дай голды. Давайте. Поскольку он написал, что я рак, конечно, никто голды мне не даст. Если он реально даст мне голды, я офигею. Не, ну кто мне даст голды? Забей. Я просто уже смеюсь с этого. Мне как бы никто не даст голды, это понятно. Это обход. Сразу давай. На минимапе кого засветил. Блин, я забыл, что за КТ там есть М4-1. Я всегда брал М16 вместо М4-1. Почему? Ты что мне напишу? А, у меня клавиатура лагается. Блин, с наклейкой реально, кстати. Я просто в движении стрелял. И чел, что там пишут? И чел, это не значит, что я софт. Читаю. Может, я без наклейки захотел. Не, ну, кстати. Варик, что он софт? Довольно даже правдивый. Просто не, вообще ничего с наклейкой. Вообще, то есть. Если у него 740 монстр, то почему без наклеек? Слушайте. Можно проверить, типа кинуть шалбу. Проверить. Забанят ли его. А хотя мы играем, что там? В смысле? Тоже блогер? Только ДС. А, ну, вообще забей. Тут двоих челиков в ютубе вообще забей. Давай, просто как она играет. Если он сейчас зайдет и убьет, то лоха видно. Хотя не по 90 много пуль, да. Вряд ли. Ну, ВХ, да, наверное. Блин, я уже с твоего тима пытаюсь в читах подозревать. На длине, типа, чекать. Сколько ему дал? 75 в голову, 16. Это что за P90? Я ему сейчас напишу, что минус 75. Да ты баранище, у меня. Я сейчас просто в итоге я буду спамить все. Да? Не-не-не-не-не, все. Без чата сегодня будем играть. Приколдайся. Жалко у меня это АКР, как она называется? Я забыл, как она называется. Филдасик. Давай, кидай пока свои флешки. Смотрите, вот. Ну, с прицелом, да. А, ну, тогда ладно. Он с прицелом убил, как бы. Нычки, в которой обычно с прицелом очень легко убивать, поэтому да. Мы сейчас остаемся 1-2, и в прошлом раунде мы так и проиграли. Кстати, да.
А что мне надо заплантить? Куда он шел? Ладно. Ладно. У него еще, кстати, рейлган на ультимейт. Сортмусса. Вообще все без наклеек. Почему так, так никто вообще не... Ладно. И что он забыл на силерах четвертых? Такие люди на силерах... Ну, у него кукри. Но еще не Кирамбил Холд, поэтому давай все нормально. Ну как, все нормально, все рок монстр. Я заплатить не успела. Че, 10 секунд. Он просто убежал, ты вообще забей. Тим Лох Горох, знаю. Тим Лох Горох. Ну, в плане про себя, что я Лох Горох. Ладно, мы идем в ВММ. Минус 16, нет, я понизился. А, нет. Имба, имба. Не до конца, но понизился. Ладно, мы идем в ВММ. Ребята, короче, я нашел катку, разминка прошла. Посмотрел, там у них один... Ну, ребята, у меня вылетело, то есть вообще стендовчик. Это, я напоминаю вам, что это 60 евро стендовчик. Очень крутой. Мы продрестали 2 раунда. Я на самом последнем... Ну, это не удивительно, что я на самом последнем месте. У них все прекрасно пока что. Но я сейчас на сцене испорчу. Так, еще один. Я сидим. Не один. Угу. Уже сейчас буду вырываться. Хаешка, моли. Второй. Да блин, он лагает. Минус 22, хотя я в голову там миллион пипал. Ладно. Я уже один. Соур. Флешка еще не будет. Имба. Ну, прострелы. Может, я кто-то взял? Уже не взял. Отобрал. Все, мы затащили, считайте, тоже раунд из-за меня. Не, вполне не... Не, все. Больше не буду так говорить. Я подумал, как-то скобить интимейтом. Кого? А, никого не кик. Врываться вперед, чтобы я был. Тут у всех 12 счет. Алло. Здесь кикать никого не будут. По идее, не должны, а то все лохи. Это бам-бам, потом расстрел. Ой, наоборот. Ну ладно. И так тоже можно. Можно кинуть вот так. Хае. Да. И пробую кому-то дать отсюда. Вообще никого то бету есть. Мы все ошиблись. Вся жизнь — это большая ошибка. Че, 5-1, да? Походу. Минус 0. А, это вообще их за Horizon. Тут как тут. Опять. Ну и киллов понадавал. А целый один много. Да, все-таки взять им 4. Вот так. У нас команда какая-то слишком. Ну, у них там 3-4. Ой, как мне плохо. Ну как, фейк? Я тут просто сяду и нормально мне. Меня спалили. Я хешку не удал что-нибудь? Нет, наверное, надеюсь, нет. Надеюсь, нет. Этот прыгает, дамажит. Давай. Крутая слепа, это надеюсь, наверное, нет. Вообще не туда повернулся. О, я неправильно, я даже не надеялся.
Не попал? Хае? Что не так? Зачем? Ты там два чела, это была вкусная еда. Вырываюсь вперед, например, генерал. Там добили, да? Угу. И вот этим месте, ну блин, там челики дефуют. Там просто два человека дефуют. Ну, я звездный игрок, я тоже крутой. Я авик попробовал бы взять. Но возьму крутое. Там 40 взял. Заметьте. Там челики все уже. Злые, короче. Я какой габум. Ребята. Если я сейчас его убью, это жесткий кил. Понятно. Ребята, я решил взять М40. Я не знаю, на что я надеюсь сейчас. Что? Там люди что-то злые какие-то. Каспер. Понятно. Имба! Имба! Я в него пульку! Прям не в него, а рядом с... Я их обошел, конечно, но мне кажется, злые теперь. Ну ничего, переживут. Ну просто, во-первых, да. Лагает. Ну, ребята, думаю, мы сейчас затащим. Правда, если я взяла авик, то мы... то... да. Мне кажется, я с авиком вообще даже килл не дам. Что я... Что взял правильно, авик? Ой, как это было круто, но, правда, меня потом убили с М40. В себя слепу хорош. Чё он играет? Нормально. Показывает, что он 10 киллов у него. А, это надо, я другого смотрю. Это у меня 11. Это... Слушай, да у нас вообще имба команда. Джиллиан Нелсон. Вот тащит. Так, ну 10 киллов, но он сделал лайс. По 15. Если на пистолетке... Если на пистолетке... Ну, все, мы победили. У нас все были серверы, вторые, прям все. Я, кстати, тоже. 23. Ну, нормальный. Я, ну, так, повысился. 28 ММР. Ну, а с вами был Помидор. И всем пока.